Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих огородников. Вот сейчас я рассказывала про перец голиаф, который дает 400 граммов весом перчинку. После этого я хочу рассказать вам о другом перце сибиряке, который тоже большой, тоже крупноплодный, но совсем другой. Называется банановый десерт. Сейчас я прочитаю описание, и вы поймете, что они совсем разные. Среднеранний сорт сибиряк, претендующий на звание одного из самых длинноплодных сортов сладкого перца. Длина мощных толстостенных плодов достигает 30-35 сантиметров. Обильная зависть в фазе технической спелости напоминает красивую банановую гроздь. Период от всходов до технической спелости 120-125 дней. Растение мощное, высотой 70 см, плоды длинные, ровные, толстостенные, 10 мм. Тоже толщина стенки достигает до 1 см. Это очень большая рекордная толщина стенки. В фазе технической спелости молочно-белые, в биологической ярко-красные. Масса плодов 200-250 граммов. Рекомендуется для употребления в свежем виде домашних заготовок. Красиво нарезается ровными кольцами, удобно укладывать в банки. При консервировании предназначен для выращивания в открытом защищенном грунте, урожайность 5-6 кг с метра. Вот эти оба перца, что предыдущий голиаф, что этот банановый десерт, чем они хороши? Ну, то, что они сибирской селекции, это уже из этого вытекает, что их специально, эти сорта выводили, чтобы они были не только крупноплодные, но чтобы они могли вызревать. Эти плоды созревать могли в открытом грунте, потому что у нас в Сибири такой регион, что теплицы у нас могут позволить далеко не все. Теплица еще для нашего населения, это считается как роскошь, удовольствие дорогое. А вот крупные плоды получить в спелом виде все равно хочется. Поэтому наши селекционеры, они вот каждый год нам выдают какие-то новинки. Сначала был голиаф, который просто крупный, вот здоровая такая перчина. Теперь вот появился еще банановый десерт, который не просто крупный, но еще и длиннющий. Если вы видите ладонь, рука у человека, и какой он длинный, в два раза длиннее. Это очень интересный, с оригинальной формой такой перец. Если где-то увидите в магазине сибирскую серию, пожалуйста, купите вот такой перец, вы не пожалеете. Крупный, сочный. И может созреть без теплицы. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова.